Здравствуйте, это программа «Бизнес-лук» с Айнуром Мангали. Сегодня в выпуске наши дизайнеры постараются подобрать образ на все случаи жизни для бизнес-леди Гаухар Жунисбек. Но сначала предлагаю познакомиться с ней поближе. Здравствуйте, Гаухар. Здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей программе. И мой первый вопрос традиционно. Расскажите о своей туристической компании. Здесь вы можете видеть царство, где мы организуем отдых, качественный отдых для казахстанцев, для иностранных туристов, которые приезжают провести незабываемые дни отдыха. Мы на рынке более 8 лет. За этот период, конечно, мы стали авторами разработок. Мы завезли впервые в Казахстан даблдекеры, вот эти красные двухэтажные автобусы. Это был, собственно, мой проект. Туристическая отрасль, она очень динамичная. У нас в отрасли каждый день происходят какие-то изменения, новые веяния, тенденции. Стараемся не отставать. Что вы предлагаете своему клиенту? В первую очередь мы предлагаем качественный отдых, качественный сервис. У нас дополнительным сервисом идет еще, мы делаем бесплатный трансфер до аэропорта. Для наших любимых постоянных клиентов мы еще их встречаем. Мы ведем клиента от начала, с момента выезда из дома до возвращения опять же в свою квартиру. Ну и опять-таки мой традиционный вопрос, какие планы на будущее? Основная план, задача – это провести на хорошем уровне экспо. Работаем очень много в области привлечения сюда туристов. Мы готовы во всеоружии, у нас все разработано, транспорт, гиды, все есть. Мы ждем. Я знаю, что у вас есть небольшой заказ для нас сегодня. На протяжении вот моей трудовой деятельности сложился некий образ, у меня деловой образ. Я хотела его немножко, наверное, разбавить, что-то такое романтическое, может быть, женственное, потому что очень часто бывает в течение дня много встреч, и нужно будет вечером оказаться на каком-нибудь там приеме, да, чтобы было что-то такое универсальное и в мир, и в пир. Наши профессионалы сделают все возможное, чтобы вам сегодня угодить и ваш образ, чтобы вам понравился. Поэтому я предлагаю не терять времени и проехать с нами с дизайнером. С удовольствием. Поехали. Гаухар, сегодня над вашим образом поработает один из лучших дизайнеров нашего города, основательница бренда Физис Динара Чикарова. Здравствуйте, Динара. Это наша героиня Гаухар Жунисбек. Для нее нужен образ, в котором ей было бы комфортно как и на работе, так и за ее пределами. Что мы можем предложить сегодня? У меня есть коллекция. Я делала ее на Новый год. То есть, и еще я делала на вот эти вот холодные будни, получается, до марта. На Жахстане долго длится зима, поэтому у меня есть что предложить Гаухар. Давайте тогда не будем терять времени и пройдем. Давайте. Добро пожаловать в шоурум Мирали. Здесь собраны как казахстанские, так и грузинские дизайнеры. Так, тот образ, который я вам обещала. Ткань должна быть очень прочная. Наша Гаухар, она деловая женщина, то есть получается 18 часов в день – это нормальный график наших женщин, которые должны выглядеть как безупречно на работе, как после, получается, на встрече. Иногда бывают они деловые после 7 вечера. Поэтому давайте померим вот этот лук. Да, кюлоты. Отлично. И вот пиджачок. Так, я хочу вам предложить черное платье. Я думаю, что Гаухар в нем будет выглядеть женственно и очень сильно отличаться от других женщин. Отлично, это у нас второй образ. Третий образ. Я хочу начать с пальто. Это стопроцентная шерсть, и здесь главным элементом является дракон. И еще мне нравится подол этого пальто. Он, видите, он вырезанный, как мне хотелось. То есть он нестандартный. И я думаю, в нем будет Гаухар очень тепло и комфортно. И к нему я думаю, что будет хорошо одеть вот такой вот комбинезон. Мы очень хотим увидеть Гаухар во всех трех образах, но начнем мы с первого. Первый выход на Гаухар – жаккардовый костюм, состоящий из пиджака с крыльями и стильных свободных к низу кюлот. Стоимость образа – 114 800. Ну, мне вы очень нравится так. Uh-huh.
Во-первых, здесь такая игра. Во-первых, со спины вы реальный дракон. Вот. Спереди вы деловая женщина, немножко с юмором, где пиджак просто перерастает в какие-то шорты. Этот чокер сделает вас очень женственной. Вы будете себя чувствовать, во-первых, необычной, на вас будут обращать внимание, а женщины мы любим внимание. Поэтому и при этом, вы остаетесь, как сказать, своеобразной. Жаккард издревле, скажем так, ценится, потому что он прочный. Его можно носить годами. По поводу вот этих вот крыльев, сначала, в принципе, как бы незаметно. Но когда девушка уже отходит, то видно как бы сам силуэт. Я всегда делаю много карманов, потому что мы сами понимаем, что у нас очень много всяких гаджетов. У нас очень много чего спрятать, поэтому здесь есть внутренние карманы. Тогда давайте проведем Гаухар в примерочную и с нетерпением будем ждать второго образа, второго выхода. В этот раз на нашей героине черное свободного кроя платье в пол с нежной вставкой из гофре ручной работы. В наряде можно найти и карманы. Изготовлено оно из немнущегося крепшифона. Цена платья 45 тысяч тенге. Гаухар, отличный образ. Вау! Романтичный в каком-то смысле. Динара, что можете рассказать о нем? Ну, здесь в глаза бросается сама техника гофре, да? Здесь получается 100% ручная работа. Рассчитано платье на тои, но при этом карманы позволяют чувствовать нашей героине себя очень комфортно. То есть здесь много полиэстера, и он не мнется. И сам вот этот фасон, ну как бы, он такой романтичный. Если сюда одеть даже какую-нибудь шубку зимой, а летом какой-нибудь пиджачок, то есть оно вне сезона, то есть моносезонная вещь. У нас есть еще третий, финальный лук. Самое время нам увидеть вас в нем. Гаухар в образе женщины с характером. Ее образ состоит из шерстяного пальто с вышивкой дракона на спине, высоким воротом в стиле милитари и своеобразным подолом, а также черного трикотажного комбинезона. Стоимость образа 135 тысяч тенге. Здесь опять дракон. Вот шерсть серая, она очень теплая. Здесь такие кнопочки, то есть без пуговиц. Мне нравится сам ворот, потому что он напоминает немного военные времена. У нас есть второй элемент этого образа. Здесь черный трикотаж, комфортный, с карманами, как всегда. Впереди я поставила технику оригами. И здесь есть плечики, то есть 80-е в этом году. Как бы в тренде, эти плечики только подчеркнут их, скажем так, силу, да, то есть самодостаточность. И мне кажется, этот образ говорящий, я зашла в офис, и все, мне не надо ничего говорить. И опять-таки он универсален, да, в нем можно быть и на работе, в нем можно выйти и после работы. И снять, допустим, обувь, каблуки на кроссовке, волосы в хвостик и поехать за рулем куда-нибудь там, не знаю, прогуляться. Мы посмотрели все три образа, все они очень разные, очень необычные. Спасибо. Я бы хотела сказать, и очень идут наши героини, все три образа. Вот, но хотелось бы услышать и ваше мнение, Гаухар. С головой можно вечером также пойти и с друзьями, и более такой неофициальный прием. Второй образ. Я вообще редко ношу платье в пол сама по себе, но он очень удобен, вот как раз ткань не мнущаяся. Очень удобно, комфортно, я обожаю, когда в вещах есть карманы. Третий образ, он просто шикарен, потому что на самом деле, как вы отметили, это он дает некий характер. Мы очень рады, что вам все понравилось, и мы тоже благодарны нашему сегодняшнему дизайнеру Динаре. Да, но это еще не все. Впереди вас ждет еще мейкап и прическа, и после чего мы посмотрим ваш финальный лук. Я думаю, тогда вы будете на все 100% готовы покорять любые мероприятия, любые высоты. Тогда пройдемте. Немного о бренде Physis и ее основательнице. Динара Чекарова создала свой бренд не так давно, но отличает его ярко выраженный почерк. Сама дизайнера когда-то была переводчиком японского и признается, что влюблена в культуру этой страны. Поэтому мотивы Азии прослеживаются во всех коллекциях Динары. При этом основным цветом является черный, который в каждом наряде открывается по-новому.
Прежде всего, моя задача – построить качественную, отечественную, стильную одежду все 18 часов, то есть дневного дня. Философия, она заключается в минимализме, заключается, ну, наверное, все-таки почерк Азии. Концепт заключается все-таки в сущности. Физис означает сущность. Каждый человек очень красив. Каждая девушка нереально красива, если она это знает. И моя задача через мою одежду показывать, что она особенная. И я работаю с черным цветом. Это состояние души. Ну вот мы и на месте, Гаухар. Ведущие мастера салона красоты Студио 21 помогут вам завершить ваш финальный лук. Но мы не будем терять времени и передадим вас в руки профессионалов. Вот, финальный образ собран воедино. Гаухар, шикарно выглядите. Понравился ли вам образ? Вы мне показали еще одну грань моей личности. Но я могу быть еще и такой. Но это, наверное, для меня такое небольшое открытие. Я выгляжу и внутренне ощущаю в настоящее время, ну, по-другому, да, нежели я вот пришла несколько часов назад к вам. Для меня это очень такой необычный положительный опыт. Но в целом мне понравилось. Первыми в новом образе Гаухар увидели ее коллеги и были очень удивлены ее перевоплощением. Впереди у нашей героини еще много дел, к которым она готова приступить в своем обновленном амплуа. Сегодня нашим профессионалам, дизайнеру Динаре Чикаровой и мастерам Студио 21 удалось подобрать образ для Гаухар, который не только идеально подошел ей, но и подчеркнул ее характер и индивидуальность. Мы с нетерпением ждем встречи с вами в следующих выпусках программы «Бизнес-лук».